Прыжок начинает Бедрина Анастасия, Новгородская область. Упражнение на разновысоких брусьях начинает Андреева Екатерина, Чувашская республика. Первый в упражнении на бревне выступит Малахова Софья, город Москва. Вольное упражнение начинает Шилова Анастасия, город Санкт-Петербург. Внимание! Время разминки окончено. Гимнастки приглашаются к выступлению. Следующий выступит Паршикова Диана, Самарская область. Опорный прыжок выполняет Васильева Лейла, Владимирская область. Thank you.
выполнить Осокина Злата, Ленинградская область. Толстая, Ростовская область. В первом виде многоборья. Объявляется переход к следующему снаряду.
благодарим зрителей за поддержку наших спортсменок. Объявляется разминка на втором виде многоборья 3 минуты. Представим участниц, которые выступят первые на втором виде многоборья. Опорный прыжок начинает. Повшукова Валерия, Санкт-Петербург. На разновысоких брусьях. Первый выступит Васильева Лейла, Владимирская область. Упражнение на бревне начнет Паршикова Диана, Самарская область. Вольное упражнение начинает Урайкина Екатерина, город Москва.
опорный прыжок готовится выполнить Василиса Князева, город Санкт-Петербург. Следующий выступит Елизавета Ус, Краснодарский край. Thank you.
вольные упражнения выполнила Крылова Анна. Следующей готовится выступить Сабурова Мария. Thank you.
Комбинацию на вольных упражнениях выполнила Киселева Валерия. Следующий выступит Малахова Софья. Упражнение на бревне выполняет Андреева Екатерина, Чувашская Республика.
свое выступление на видео. Объявляется переход к следующему снаряду. Давайте поддержим гимнасток громкими аплодисментами. Объявляется разминка на третьем виде многоборья 3 минуты. Упражнение на опорном прыжке. Первый выполнит Чурсина Елена, город Москва. Комбинацию на разновысоких брусьях первый выполнит Князева Василиса, город Санкт-Петербург. Выступление на бревне первый начнет Кайгулова Сабина, Республика Башкортостан. Вольное упражнение начинает Рощина Людмила, Краснодарский край.
Упражнение на разновысоких брусьях закончила Князева Василиса. Следующий выступит Анисимова Дарья. Тюменская область. Город Санкт-Петербург. Thank you.
на вольных упражнениях завершила Осокина Злата, Ленинградская область. Следующей готовится выступить Толстая Анастасия, Ростовская область. Чувашская республика.
Упражнение на бревне готовится выполнить Васильева Лейла, Владимирская область. Вольное упражнение выполняет Паршикова Диана, Самарская область. Thank you.
Васильева Лейла, Владимирская область. Спортсменки закончили свое выступление на третьем виде многоборья. Объявляется переход к заключительному снаряду. Громкими аплодисментами, уважаемые зрители. Объявляется разминка на заключительном виде 3 минуты. Первые упражнения на опорном прыжке начинает УС Елизавета, Краснодарский край. На разновысоких брусьях первой выступит Крылова Анна, город Москва. Упражнение на бревне первой начнет Анисимова Дарья, Тюменская область. На вольных упражнениях первой выступит Калмыкова Анна, город Москва. Thank you.
Thank you.
Выступление на вольных упражнениях завершила Васильева Лейла. Следующий выступит Кайгулова Сабина. Закончилась вторая смена соревнований среди юниоров мастеров спорта. Уважаемые зрители, давайте поддержим гимнасток аплодисментами. Завтра, 8 апреля, состоятся финальные соревнования многоборья. Юниорки, кандидаты в мастера спорта, выступят в 10:00. Первая смена юниорок мастеров спорта состоится в 12:30. По окончанию соревнований первенства России по спортивной гимнастике состоится награждение победителей финальных соревнований многоборья.